Всем привет, с вами Белоградка, мне сегодня мы продолжим играть в игрушечку под названием, ну это, соответственно, наливаем чаёк, усаживаемся поудобнее, сегодня у нас будет, ну, трешовый, как вы уже поняли, но зато жоп выносящий контент, собственно, продолжение нульты. Если что, не обращайте внимания, у нас просто идет кислотный дождь. В общем-то, в прошлой серии остановились мы на моменте, где мы попробовали поиграться с модами, а точнее с рандомной хернёй и добавлением новых шезлов. Ну и также погода, просто по фану. Она, конечно, вообще никак особо себя не проявляет, только в начале. Но на этом, в принципе, все. В общем-то, вы ничего не писали в прошлой серии. Мол, Лаградка, поиграй вот с этим модом или с другим. Поэтому... Что за мышка какая пошла? Мне уже стрёмно стало. Алло, пацаны, давайте не будем. Вы, в общем-то, ничего не писали. Мол, Лаградка, там, поиграй с какими-то модами, скачай такой-то мод. Либо там сделай какой-нибудь такой-то челлендж. Поэтому мы продолжим с теми же наборами модов, которые вот... Вот они, с теми же наборами. Единственное, что я только выключил, идит вот этот Венс Валс. Ну, короче, вот этот... как его? Редактор посохов. То есть мы теперь их не можем редактировать. У нас нет вот этого, как вы поняли, уже перка. Потому что слишком имбовая тема. Слишком имбовая. Ну да и ладно. В общем, как обычно. Аннотация справа в верхнем углу. Переходите, смотрите прошлую серию. И если что, в прошлой серии как раз-таки есть именно этот. Блин, ну тут все равно вот это вот говно. Да ладно, давайте возьмем. Не знаю, почему она тут постоянно спавнится, ну да и пофигу. В общем-то, если что, все ссылки на вот эти вот моды, либо вот так вот смотрите, вот, название модов. Либо же переходите по аннотации, как я вам уже сказал. Либо там, не знаю, куда-нибудь. Прошлая серия, короче, вот этого вот этой ноиты. Там в комментах можете найти все ссылочки. Сейчас я их не буду писать, потому что нафиг надо засорять комменты. Ну, не знаю, в общем. К тому же вы можете спокойно найти это в воркшопе. А, да, кстати, точно. Игрушечка у меня лицензионная, поэтому... говно. Поэтому вот эти вот все приколы, которые вы сейчас такие подумали, мол, я вам сразу даю ссылку на Яндекс.Диск, либо еще что-нибудь. Не... Подожди. Ну, короче, такого нету. Я подумал, что это какой-то новый мусор, а это нифига. Короче, это... Шиза проснулась. Ой, да ладно, блин. Мне не очень нравится вот это зелье. Блин, ну за теперь дофигища вот этого говна, блин. Кстати, из посохов нам выпал этот дробовик и гребаная пила. Мне вот интересно, пила накопать. Да, она может, кстати, копать. Но при этом посох сам по себе не очень. Как и дробовик, если честно. У нее слишком это... мана мало, короче, маны. Ой, ну да и ладно. В общем-то, знаете что? Я такой подумал. Ну, мол, а почему бы и нет? Почему бы просто взять сейчас и не попробовать походить по всему этому миру и посмотреть, что там происходит. Все равно нам сейчас дают посохи прикольные. Да к тому же тут можно и бот такую знатную собрать. В общем, не знаю. Так что давайте так. Я сейчас скипну вот этот момент, как обычно. И соберу тут побольше золота. И, может быть, куда-нибудь пойду. Где? Фиг знает, правда, куда. Интересно, вот эта штука нагорит. Короче, ладно. Неожиданная магия монтажа. В общем, погиб я. Не знаю. Может быть, покажу этот момент, а может и нет. Короче, вы знаете. Давайте, знаете, что сделаем? Давайте все-таки я немножечко тут поменял свое мнение и тому подобное. В общем, давайте, знаете, что? Смотрите, я сейчас нарандомил к себе жезл. Достаточно интересно. Смотри, в чем его прикол. Прикол в том, что ты отправляешься, телепортируешься. И потом, смотри, через некоторое время ты херачишься обратно. В общем-то, у нас вот такой вот жезл. Вот это вот главная херня, которую нужно убрать. Давайте ее уберем и попробуем дойти до самого низа, до самого босса, вот с помощью вот этого говна. Просто давайте мини-челлендж у нас будет. У нас уже есть тут копалочка, поэтому все будет, думаю, весело. Но единственное, что я исправлю вот эту штуку, мне она не очень нравится. Но я, по крайней мере, не знаю, как мы тут должны выживать вообще. Потому что мы же будем телепортироваться и потом, как ты видишь, обратно идти. Как по мне, это полная херня. Так, удары наносят дополнительный урон и отбрасывают. Ну, мы... Подожди, а удары чего? Ноги, что ли? Или просто обычные любые удары? Интересный, конечно, скилл, но что-то как-то особо херовый. Ну да и ладно. Давай попробуем. Да что-то херня какая-то, ладно. Ладно, мы пока что ни с кем тут не можем сражаться. Вот как я вам всем там говорил, то что нужно... Оказывается-то. Нужно на вот этих вот нулевых этажах всех валить. Ну, как видите, не особо-то это... Нам сейчас и поможет. У нас нету посоха, либо нам нужно сейчас посох найти, либо же что-то другое. Мы нашли, кстати, что-то другое где-то, в принципе. Не, на самом деле тут все херня. В общем, кстати, в прошлой серии же написали в комментах, мол, Лаградка, а ты знал то, что можно собирать золото? Да, знал. И как видишь, оно
Очень достаточно мало нам дает его. Но сейчас это совершенно другой момент. Сейчас как раз-таки можно буриться, можно собирать. Ну и к тому же, не всегда же у тебя имеется посох, который будет ломать, получается, камни. Точнее, не то чтобы ломать, а... Да, блин. Пацаны, тихо. Я на этот раз не буду скипать, потому что это очень даже интересно смотреть. Потому что сейчас действительно у нас пошла какая-то дичь просто откровенная. Так, пацаны, вы там пока сами сражайтесь. Вот с этим чуваком не будем сражаться, потому что, блин... Потому что он, сволочь, редкостный еще-то. Так, хорошо. Я забыл кое-что, мне надо было вот эту штуку поставить. Она же меня хоть как-то может защитить. Нет, блин. Будем собирать золото, а почему бы и нет? На данный момент нам это надо. Все равно посох я пока что не вижу. Так что я думаю, это будет хороший вариант. Вот, кстати, очень странно то, что в Нойте самой нету изначально посоха. Но это правда, чувак меня все равно будет бить именно рукой. Кстати, сейчас ничего мы не собрали, странно. Так, ладно. Интересный, блин, у нас тут локация, ну да и пофигу. Дайте мне только все, спасибо вам огромное. Так, хорошо, где тут у нас золото? А я это хочу. Мы, кстати, можем выкопаться, по идее, на поверхность. С такой, кстати, с таким приколом. Даже достаточно очень легко выкопаться, потому что, ну, ты сам видишь. Блин, ну сюда, конечно же, говно это придет. Ну, ты серьезно? Ну, задохни сам, посяся. Прям очень сильно тебе прошу. Блин, а мы зря, наверное, так выкопали, да? Ну, я тебе серьезно говорю, зря мы такую сделали. Мы, в принципе, что можем сделать? Мы можем... О, кстати, а он умер. Тогда не зря. Тогда мы молодцы. Ну, чё бы и нет. Так, в принципе, у нас теперь есть выход на поверхность. Правда, нам это нафиг не надо, если честно. Ну ладно, продолжим собирать грёбаное золото. Я, правда, не знаю... Почему тут нету, кстати, жезлов? Ну, честно, мне хотя бы один. Ну, хоть пару разиков. Так, ну-ка, отдышись. Это что такое? Это золото? Ну, конечно. Раскатил губу, Лаградка. Золото. Херово-то, блин. Угу. Ну, ладно. Че ж все поделать. Идем тогда ниже. Мы, в принципе, что-то тут можем купить, но у нас есть мод на магазин, поэтому я, пожалуй... Не буду ничего тратить. Там потому что очень много всякого разного интересного есть. Кстати, чтобы убить босса... А, да, точно. Я же не сказал, в чем челлендж-то мой заключить, с которым мне, блин, прилетел в голову. Вот этим жезлом мы только им пользуемся, ну и максимум вот этой вот лопатой. Всеми остальными мы будем пользоваться только на босса. То есть... Короче, я не знаю, как тебе это объяснить, надеюсь, ты сейчас поймешь. Смотри. Вот этот жезл и вот этот жезл. Мы его можем использовать. Блин, там золото пропало. Мы ими можем пользоваться и можем там, допустим, прокапываться и там телепортироваться. Но с противниками мы не должны сражаться. А точнее, как-то их дамажить. Ну, именно своими руками. Там, допустим, ногой можно еще убить, я согласен с этим. Возможно, что-то не продумано, но, блин, а что, я это на ходу придумал. Так что все нормально. Так, ладно, пацаны, давайте вы со мной нормально будете общаться. Я выживу и вообще убью босса. Так, выполнен в шахты вход. Ну, окей. Так, кстати, вот эта штука, она тоже уничтожает. Блин, да откуда ты говно тут делаешь? Блин, тут еще и лягушка-то гребаная. Лягушки, а давайте вы это. Как хорошо то, что лягушка меня не хочет дамажить. Так, что это такое? Подожди, чего еще раз? Это ускорение. Кстати, очень даже крутая тема. Давайте выпьем ее. Сволочь на лягушке. Да в смысле, подожди. А что ты, кстати, так мало выпил-то? Не, ну 49 секунд. Да вроде нормально. Тебе хорошо, а теперь попробуем уйти отсюда. Блин, у нас... О, какой красавица. Чувак, спасибо тебе огромное. Еще был бы круто, если бы я бы не поджигался. Мы, кстати, его можем поджечь и убить. Ну как вариант. Кстати, интересно. Да хотя ладно, не будем, короче, их бить. Фиг с ними. Так, ну 200 рублинцев это мало. Тебе прям ответственно заявляю, что это очень мало. Да опять я поджегся. Ну что у тебя за плащ-то такой дерьмовый? Ну блин, ну говно какое-то, если честно. Так, хорошо. Давайте все-таки... Пойдем или не пойдем? Давайте пойдем, нам все равно должно хватить, по идее. Давайте, я готов.
Так, ну как обычно, вот это вот говно берем. И что тут у нас еще есть? Так, и чем мы будем убивать босса? Вообще, как я понял, вот эта штука очень больно дамажит. Да вроде как. И вроде как и нет. Так, вот эту штуку мы отсюда убираем. И ставим вот как-то вот так вот. Я пока просто проверяю, насколько это круто и сейчас все идет. Здрасте. О, даже посох дали. Даже халявный. Даже так? А что это такое? Какая-то херня. Понимаю. Так, подожди. Вот это вот мне не надо, и вот это вот тоже мне не нужно. Так, давай посмотрим, насколько это хороший посох. Блин, все-таки говно это взял. Ну слушай, для босса, я думаю, для босса это зайдет. Правда, у него скорость восстановления маны просто колоссальная. Какая же срань. В принципе, что? А в принципе-то и ничего. Мы ничего не можем сделать. Можем только купить вот эту вот херню. Она, в принципе, кстати, достаточно прикольная. Ну-ка, давай посмотрим. Ну да, в принципе. Так что давайте, знаете что? Давайте вот эту штуку вот так вот перенесем. Нам же нужно собрать посох, чтобы убить босса. Ну а как иначе-то? Мы же его не выиграем вот этим гребаным телепортатором. Поэтому нужно как-то на пессимиста, что ли, пройти. Не знаю, как это будет обзываться и называться. Не суть важна, на самом деле. Так. Ну это херня, блин. Постные причем. Подожди, а у тебя что? Задержка заклинания плюс идет, и тут тоже плюс. Ну такое ощущение, что она увеличилась. Ну ладно. Кстати, кое-что хочу проверить. Блин, у меня даже 15 рублей не хватает. Чё же за херня-то такая? Так, что это такое? Без отбрасываний и дополнительная емкость жезла. Одноразовый эффект. А, в смысле, это... Это для вот этой вот херни, что ли? Серьезно? Кстати, давай, знаешь, что кое-что проверим? Ну, вот эту вот штучку. Насколько сейчас хороший вот этот посох, который мне дали? И не в принципе. Да фиг его знает, если честно. Не знаю. Не надоедай, не знаю я. Не очень, на самом деле, мне он нравится, ну да и ладно. Как-то вот так вот тогда сделаем. Вот так вот. И если что, вот этот посох просто выкидываем, нафиг не нужно. И что это такое? Так, а посох можешь отсюда уйти? Так, это тренировка для ног. Удары наносят дополнительный урон. Херня. Без отбрасывания. Враги не могут вас отбросить. Жезл у вас в инвентаре получает 1-3 дополнительных ячейки. Максимум 25. Но нам это не надо, у нас жезлы не такие крутые. Так что, видимо, нужно без отбрасывания взять. Вот так вот. Но вообще, на самом деле, не нужно было покупать жезлы. Мы могли сейчас спокойно проскипать этот этаж. И все было бы замечательно. Хорошо, а теперь начинается веселье. Блин. Чувак, извиняй, конечно, но мне нужно отсюда уходить нафиг. Так, пацаны, нет, вообще не катят. А вот, кстати, посох. Ну-ка. Ну, что-то интересное. Давайте посмотрим. Ну ладно, пока его оставим. Я думаю, он немного будет получше. Урон 4, а тут урон как-то будет получше. Но мы не будем это проверять. Нам опять же нужно, как я говорил, убить босса. Здоров, чувак, и пока, чувак. Пока, пацаны. Я не хочу с вами сражаться, мне некогда. Вообще совершенно не до этого. Так, хотя, знаешь что? Нам все равно же нужно собрать это. Азюлита. Ну-ка, мы можем тут его так вот собрать? Наверняка же можем. Только сейчас нас пацаны вот эти будут атаковать. Но будет совершенно не весело. Пацаны, извиняйте. Но сегодня не ваш день. Я вам с ответственностью... Со всей ответственностью заявляю. Так, ну-ка, дай-ка золото. Вот смотри, а в комментариях же писали то, что, блин, Лаградку, а ты знал то, что тебя собирать? Да, конечно, знал. Естественно, знал. Только, как я уже говорил, не всегда попадается жезл, который может тебе это все сделать. В данном случае у нас моды, поэтому, ну, почему бы и нет. Плюс мы выбрали себе такой достаточно сложный, наверное. А может и нет. Челлендж. Так, ну-ка. Жалко то, что лопата, кстати, уничтожает вот это все дерьмо. Грёба на майнинге.
Ну все, Майнкрафт начинается, а что, будем копать, добывать золото? Ну а что по-другому-то? Кстати, там золото, блин, пропало, я его даже не заметил. Ведь, блин, фигово на самом деле. Ну да и ладно, мы уже набрали 200 голды. Это схватит, чтобы обновить, если что, перки, поэтому... Или не хватит? Там 400 нужно или 200, я уже не помню. По-моему, 200. Так, вот эту штуку мы не будем собирать. Вот эти вот остатки уже. Не-не-не, сюда мы не идем. Так, ладно, дальше путешествуем, потому что нам нужно найти как минимум жезл какой-нибудь. А как максимум нам нужно найти тот, который это... Который рубит. Ну, как его? Какую? Копалку. Как его по-другому назвать? Здорово, пацаны. Блин, я прям на нас телепортировался. Кстати, чувак как-то умер от моего жезла. Интересно, как это все произошло. Пацаны, давайте забудем. Серьез? Да хватит. Ты что такое? Что за говно там прилетело? Так, подожди. Хереть, это что такое? Пацаны, что-то я это... Извините, я что-то не хочу тут находиться. Да ну его в жопу. Какие-то выстрелы. Да хватит уже, восстановись уже. Нафигеть, еще куда-то телепортируется. Мы, кстати, с помощью вот этого говна можем убить, по идее, вот этого пацана. Не, можно было, конечно, попробовать, но... Что-то как-то особо не хочу. Гребано твой этот мир. Так, чувак, давай лучше себя убьем как-нибудь. Все замечательно. Ну дай восстановиться, да не хотеть я дохнуть. Блин, зря себе хп все убавил. Так, можно, пожалуйста, вот это вот говно? Ну, поздязя. Во, спасибо. Правда, по-моему, мне ничего не досталось. Ну ладно, не суть важно. Дайте жезл. Жезл хотя бы какой-нибудь. Хотя бы самый крутой. Вообще, на самом деле, мы только один жезл ищем. Блин, опять ты меня ранил, говно. Блин, не очень удобно вот это вот все делать. Да откуда вас тут так много-то? Все, спасибо, все. А теперь я ухожу отсюда в жопу. Куда-нибудь. Далеко и надолго. Дай уйти. Все, спасибо. Так, хорошо. Еще одну локацию мы прошли. Там какое-то говно происходит. Видимо, землетрясение не иначе. Кстати, есть у нас тут такой прикол. У нас 300 рублей. Даже не знаю. Я не знаю, что это за заклинание такое. Но, по идее, мы можем купить этот посох. Всегда накладывают какую-то херню. Кстати, а тоже телепортация, если что. Разброс очень хороший. Скорость восстановления маны тоже нормальная. Но ничего такого необычного. Ладно, что ты мне дашь? Блин, вот это вот говно мы точно брать не будем. Максимального урона, так сказать, для нас. Хорошо, обновляем посохи. И что тут у нас? Да что-то какая-то херня. Вампиризм нам явно не нужен. Заклинание врагов больше... Полное говно нам падает, если честно. Так, насколько ты крутой? Не, кстати, точно. Подожди, в смысле? Все, я уж испугался. Ну, в принципе... В принципе... Меня все устраивает. 25-30 урона, нормально, думаю. Хорошо, идемте тогда этот восстановим немножечко маны, точнее не маны, а вот этого говна. И попробуем сейчас просто проскипать этот этаж. Хотя не, я лучше бы на самом деле сэкономил это на следующий этаж, потому что там как раз-таки нам и надо все это проскипать. Нам бы хоть какую-нибудь штуку, чтобы мы не сдохли сразу же. Было бы замечательно. Так, деньги, спасибо вам за все. Да говно, в смысле ты меня атакуешь? Я думал, то, что он это только бить может. Ну, я имею в виду какую-нибудь другую херню. Так, придется отсюда уходить, потому что у нас все очень плохо. По хп и вообще по всему. Так, не, пацаны. Извините. Но сегодня вообще совершенно не ваш день. Да-да, уйди. Тихо, тихо, тихо. Хотел бы я, конечно. Блин, а что вас тут так много-то? Уничтожьте вот эту штуку. Дай уйти, дай уйти. Дай уйти. Спасибо тебе. Так, что это такое? Телепортация нам она особо не нужна. Тихо, 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 народ. Тихо. Давайте лучше уйдем отсюда, что-то это опасно было.
Хорошо. Ничего у нас отдается. Мы, в принципе, ничего тут купить-то особо-то не можем, но мы можем сюда вернуться, если честно. Да, абсолютно ничего интересного не дает. Вот прям и совсем. Ну ладно. Понадеемся на то, что что-то сделается у нас интересно. Ну, только вот эту вот херню можем взять, и все. Думаю, на этом. Так. Пьем вот эту штуку и попробуем по-быстрому сейчас уйти. Извиняйте, пацаны. Надеюсь, вы меня никак не убьете. Никак не раните, вообще все будет замечательно. Здорово, чувак. Пока, чувак. Слушай, на самом деле очень удобная тема. Потому что я, по идее... Тихо, тихо. Тихо. Блин, какая же херь. Так, нужно что-то сделать. Вот эти чуваки явно нам будут мешать. И вот с этим мы сейчас не справимся. Так, чувак, давай ты это. Быстрее копай, дебил. Быстрее. Фух, спасибо вам. Так, хорошо, мы еле-еле это говно прошли. Не очень удобно это, конечно, ну ладно. Опять же, денег у нас ни на что нету. Потому что не убивать пацанов это очень трудно. Открывай. О, дополнительная хпшка. Замечательно. Так, огнестойкость. И спасение. Давайте огнестойкость. Оно куда лучше будет. И как обычно, бухаем и уходим. Не знаю, как мы сейчас будем убивать босса, честно. Но мы до него явно дойдем. Так, подожди, я что, лоханулся, что ли, немного? В смысле, подожди, что за приколы? Давайте вы это забудете, не будете и тому подобное. А что меня дамажит-то? Я хотел хпшку себе взять. А, я... Все, я понял. Я взял тут дополнительный хп, и все, я понял, короче, в чем проблема. Хорошо. Спускаемся ниже. И попробуем проспидранить вот эту всю историю. Кстати... Так, посох интересный. Вот эту штуку берем. И уходим отсюда. У нас тут ничего интересного, опять же, нету. Блин, взяли херню на самом деле. Нам немножко другое нужно. Для веселья. Так. Чего это такое? И что будет лучше? Лопату и вот эту штуку нам явно убивать не надо. Никаким образом. Охерея, там какое-то говно прилетело. Так, ну на этом мы с вами прощаемся. И идем вот сюда вот. Так, ну и все. И теперь уже невозможно какой-то посох взять. Он слишком много стоит. Даже слишком, я бы сказал. Ну да и ладно. Ну это нам тоже не надо особо. Электрическая херня, либо же... Подожди, я это... Да, господи. Дай отсюда уйти. Так, а теперь идем сюда. Что это такое? Отталкивание снарядов. Снаряды залетающего небольшой спектр перед вами отталкиваются в сторону. А, типа я могу теперь вот так вот отталкивать их, да? Окей. Тоже очень прикольная тема. Так, пьем нашу бутылочку. С весельем. И идем дальше. Так, хорошо, а теперь спускаемся вниз. Пацаны, надеюсь, вы там меня простите. И больше не будете на меня это наезжать. А что такое? В смысле? Чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу. Тихо. Тихо. Возьмем немножечко все зелета. Ну, блин, это было ожидаемо, то, что он меня убьет с первого раза. Ну, какая же это срань. Я почти до него ведь дошел. Это предпоследняя локация. Сколько времени мы на это убили? Ну, 24 минуты, это выпускать такое себе. Так, ладно, я что-нибудь еще придумаю. А может быть, сейчас заново попробуем? Я попробую заново, короче, нарандомить этот жезл и заново дойти. Так что, не знаю, пока что на паузу поставлю. Смотри, кстати, что мне выпало. Я сразу же зарандомил, смотри. Мне выпал чувак, который может, получается, постоянно менять жезлы. И смотри, что у него. У него гребано какой-то этот...
Ну, не жезл, а какой-то набор, блин, дебилов, у которых есть эти заклинания разные. И мы как бы можем это менять. Прикольный мод, на самом деле. Прям серьезно прикольный. Ну ладно, ну знаете что? Я не знаю. Короче, пишите в комментариях, что как оно и что делать. А на этом мы с вами закончим. Потому что не знаю я на самом деле. Да, коротко, но, блин, челлендж не удался, и что мне поделать? Не выполнили мы его сегодня. Ладно, на этом мы с вами прощаемся. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, рассказывайте друзьям. Смотрите в описании, там есть другие... Получается, прохождение есть, также прохождение на эту игрушечку. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.